к ним идет, да? Да. А вон крыса. Ну-ка, мама, клюй ее. Мама утка смело защищает своих малышей от всяких любителей полакомиться молодой утятиной. От ворон, собак, чаек, котов, орлов и даже других уток. Утка нападает на того, кого посчитает опасным для птенцов, отгоняя непрошенных гостей громким кряканьем, клювом и страшными взмахами крыльев. Но также утка умеет притвориться раненым, чтобы своими неуверенными ложными движениями отвести собаку или охотника в сторону от птенцов.
that bugger gonna eat one?